Здравствуйте, на Первый Ярославский возвращается ток-шоу «Лабиринт». Меня зовут Андрей Иванов, и мы в прямом эфире поговорим о одной из самых острых тем этой осени. Судьба детской клинической больницы номер один в Ярославле. Вот о чем пойдет речь сегодня. У нас в студии собрались медики больницы, обеспокоенные ее судьбой пациенты, представители областного департамента здравоохранения и общественники. Напомню, доступ в лечебное учреждение закрыт с конца октября. Причина – невозможность обеспечить безопасность пациентов из-за трещин, образовавшихся на стенах здания. Как долго продолжится консервация объекта? Где сейчас оказывается лечебная помощь детям? Какие средства придется потратить на ремонт? На эти другие вопросы ищем ответы с гостями нашего ток-шоу. Вы, наши телезрители, также можете принимать участие в обсуждении. Звоните нам по телефону прямого эфира 74-46-36. Так, ждем ваших звонков. Ну и сразу же первый вопрос, безусловно, он главному врачу больницы. Кирилл Сергеевич, вот давайте, что называется, начнем с истории вопроса. То есть, когда появились первые трещины, в каких помещениях, как развивалась ситуация? Значит, в конце августа, а именно 29 августа текущего года при плановом осмотре здания были обнаружены две трещины. Одна из них, наиболее яркая, была по торцу, которая у нас расположена по проспекту Ленина. Там было, помимо того, что была обнаружена трещина, была еще осыпавшаяся штукатурка, что свидетельствовало о быстром появлении данной деформации. Было обращение нашей медицинской организации в департамент здравоохранения по поводу случившегося, в связи с чем была выдана рекомендация департамента организовать визуальное обследование объекта и наблюдение за возникшей деформацией. Были установлены гипсовые маячки и начато визуальное обследование здания. 23 октября мы получили результаты визуального обследования на 122 листах с рекомендациями по устранению возникших деформаций. В заключении, которое мы получили, было указано, что здание находится в ограниченно работоспособном состоянии. Если мы обратимся к нормативной документации, к ГОСТу и к правилам технической эксплуатации, а я забыл сказать, что 23 октября, помимо того, что мы получили экспертизу, обратили внимание, это был понедельник, мы обратили внимание на маяки, которые были установлены на гипсовые, был установлен и зафиксирован разрыв маяков, что свидетельствовало о движении, которое есть по зданию. Соответственно, если мы обратимся к нормативной документации, к правилам эксплуатации зданий, если есть разрывы маяков, то это говорит о том, что возможна угроза пребыванию людей, находящимся в здании. Соответственно, департаментом вместе с нами было принято решение о плановом переводе тех больных, которые находятся в нашем учреждении. Те, кто госпитализирован, значит, они должны быть госпитализированы в другие лечебные учреждения, в которых есть по данному профилю и лицензия, и возможности оказания медицинской помощи нашим маленьким пациентам. А амбулаторную поликлиническую службу расположить по тем адресам и по тем площадям, которые у нас имеются. Хорошо, прерву вас немножко и обращусь, Наталья Владимировна, к вам. Вот как принималось решение? Кто принимал, может быть, решение? Попрошу вас продолжить. Клиническая больница номер один, детская, она находится под ведомством департамента здравоохранения. И совершенно правильно Кирилл Сергеевич сказал о том, что он своевременно поставил в известность учредителя. Мы, естественно, доложили это в правительство и курирующему заму. И совместно принималось решение о том, что здание не подлежит эксплуатации в том виде, которое оно есть на сегодняшний день. Территории города Ярославля имеется достаточный коечный фонд. И по профилям тем, которые оказывают в первой клинической больнице, поэтому было решено всех детей по максимуму выписать или перевести на долечивание на имеющейся площади медицинских организаций, а поликлинические подразделения разместить на филиалах детской клинической больницы номер один по имеющимся адресам. Это достаточно быстро вот решалось, в течение какого отрезка времени? Да, конечно. Вы знаете, эта ситуация аварийная, и по большому счету мы действовали достаточно оперативно и быстро, и решение было принято буквально в течение
вечер и утро следующего дня к 12 часам дня ни одного ребенка и персонала не было на территории детско-клинической больницы номер 1 в здании по проспекту Ленина, 12. Но я еще хотела бы сказать, что там располагаются не только структурные подразделения медицинской организации, но также еще и кафедры медицинского университета. Они точно так же были выведены из этого здания и разместились на других площадях. А вы сразу привлекали и там тоже МЧС, или это несколько позже уже по времени было? Нет, вечером и утром следующего дня, в тот момент, когда это вот было все зафиксировано, все были на месте. И смежные службы, и департамент здравоохранения, и представители правительства области, МЧС. То есть все заинтересованы. Понятно, Кирилл Васильевич, к вам возвращаюсь. Сколько у вас всего пациентов в больнице вот на момент, да, когда было принималось решение? Какие отделения работали, может быть? И была еще и поликлиника, и вернее, и есть поликлиника. Значит, вообще у нас наш стационар рассчитан на 95 коек. Ежегодно проходит в нем обследование 2800 пациентов в круглосуточном стационаре. В дневном стационаре порядка 1000. На момент на момент 8 утра четверга, когда мы начали плановую эвакуацию и перевод, находилось в общей сложности вместе с мамами 92 человека. Значит, из них были выписаны, но так как мы знали информацию о том, что здание в ограниченном работоспособном состоянии уже со вторника, то есть мы работу по плановой выписке, по переводу этих детей и по оповещению амбулаторно-поликлинической службы, если это дети из соседних, из наших, из городов нашей области, по оповещению амбулаторно-поликлинической службы начали уже загодя. То есть дети выписывались, были максимально выписаны с рекомендациями и с сопровождением на амбулаторном этапе. Всего было переведено в другие стационары 13 человек. Из них 6 человек были переведены в клиническую больницу номер 10. Это где у нас находятся дети раннего и грудного возраста. 5 человек были переведены в клиническую больницу номер 2 по профилю пульмонология. И еще 2 человек, один из них переведен в Тутаевскую ЦРБ по месту жительства, педиатрическое отделение, и один в специализированный дом ребенка. Таким образом, мы максимально постарались выписать всех детей, снабдив их рекомендациями, и всего лишь 13 человек только у нас отправились в другие лечебные учреждения. Понятно. Прерву вас. Давайте примем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Задавайте свой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот перевели... Перевели детей, вот, например, на улицу Чехова лечиться. Это вот с грудными детьми, они туда поедут лечиться очень далеко. Нельзя ли бы куда-то поближе? Хорошо, например, ваш вопрос понятен, спасибо. Может быть, объясните, да, но это на самом деле следующая тема, то есть по какому принципу принималось решение, куда переводить, да, и какие адреса, собственно, существуют, куда сейчас люди ездят? Детско-клиническая больница номер 1 имеет прикрепленное население в центральных районах города. Это Ленинский и Кировский район. И ее поликлинические подразделения расположены на улице Чехова, улице Чайковского, улице Рыбинской. И был, конечно, проведен прежде всего анализ имеющихся площадей, где возможно разместить кабинеты специалистов, педиатрические приемы. Хотелось бы сказать, что педиатрические приемы сохранены в полном объеме, не изменились ни участковый принцип, все врачи остались на месте, и, мало того, не изменилось время приемов этих врачей, это тоже важно для населения. Конечно, может быть, учитывая достаточно быстрый перевод, имеются определенные сложности с транспортной, может быть, где-то доступностью, но я думаю, что это вот в течение какого-то времени администрации решено будет. Так. Понятно. Давайте еще один звонок примем. Слушаю вас, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, у меня такой вопрос. В вашей клинике было специализированное лечение детей с муковисцидозом, для которых нужны были специализированные препараты, аппараты и сами лекарства должны быть
и врачи квалифицированные, куда они переводятся на сегодняшний день и где будут лечиться эти дети? Хорошо, ваш вопрос понятен. В принципе, эту тему хотели затронуть во второй части программы, но если в школе речь зашла, кто ответит, Кирилл, вы или Наталья Владимировна, вы? Мне хотелось бы сказать, что на территории области больных, страдающих муковисцидозом, серьезным заболеванием, на сегодняшний день 47 человек. Это разного возраста, это и дети, и взрослые. В медицинской организации детской клинической больницы номер один периодические лечения получали где-то 37 человек. Среднее время госпитализации этих пациентов 2,5, максимум 3 недели. То есть мы можем понять, какой объем, да, это был. Пациенты, безусловно, тяжелые по своему основному заболеванию. Но в круглосуточном стационаре на сегодняшний день из проведенного анализа, потому что медицинская организация сразу этим занялась, работой с регистром этих пациентов, на сегодняшний день, по имеющейся у меня информации, предстоит госпитализация только 2 пациентам. Мы эту ситуацию будем решать в ближайшее время, если это будет необходимо пациенту. В интересах пациента всегда это будет действовать. То, что касается лекарственного обеспечения, всеми лекарственными препаратами больные муковисцидозом обеспечиваются за счет средств как федерального, так и регионального бюджета, независимо от того, где они находятся, то есть в каком районе города или области они проживают. На эти цели выделяются, как я еще раз говорю, и федеральные средства, и средства областного бюджета. Поэтому лекарственное обеспечение этой категории пациентов не пострадает. Антибактериальными препаратами, которые снабжаются эти пациенты в условиях круглосуточного стационара, если есть такая необходимость, все это тоже будет продолжено. Или в рамках пульмонологического отделения, если будет необходимость ребенка госпитализировать, или в рамках амбулаторной поликлинической помощи. Давайте Светлану Большакову подключим к диалогу. Светлана, берите микрофон. Я понимаю, что вы как раз мать пациента, который болеет этой страшной болезнью, не побоюсь этого слова. Расскажите, то есть, как у вас сейчас обстоят дела, куда вы ездите? Ну, в данный момент мы ездим на улицу Чайковского, это к городскому пульмонологу. Вот. Но проблема-то заключается в том, что даже элементарно сдать кровь, сделать рентген, это нам приходится в разные места ездить. То есть нам это вообще неудобно, тем более с нашими детьми, которым нельзя... То есть я правильно понимаю, что раньше вы в одном месте это все раньше, делали, вот как раз да, в первой больнице? Да, мы раньше делали это все в детской клинической больнице, да, то есть мы приезжали, сдавали кровь, делали рентген, был специалист УЗИ, эхо, ФВД, то есть то теперь у нас... Вот просто, ну, на примере своего ребенка, например, я приехала на Чайковского, нам надо было сдать кровь. То есть мы сдали кровь, а на рентген надо было ехать в другой, в другой этот, на другую улицу. То есть это мне как получается? Если я не вожу машину, то мне надо сесть на троллейбус, на трамвай и ехать на Чайковского, делать рентген. То есть специалисты раньше были в одном месте, то теперь они раскиданы по всей пятерке, будем так говорить. Понятно. Но тут ситуация получается немножко безвыходная, наверное, да? Ну, вы знаете, я уже начала с этого свой разговор, что это все-таки аварийная ситуация, и мы эту ситуацию именно так и принимаем. Администрация, медицинская организация, департаментом здравоохранения достаточно оперативно были приняты меры для того, чтобы сохранить как диагностическую базу, да, службу, рентген. Он как был в Ленинском, в Кировском районе, так там и остался. И... Конечно, амбулаторное звено на сегодняшний день оно разбросано. Я думаю, что в ближайшее время какие-то моменты будут учтены и по максимуму будет проведено приближение к пациенту и к лабораторным условиям функциональной диагностики. Здесь есть определенные наработки уже у больницы. Я думаю, что это в течение ближайшего времени будет решено. Но я еще раз хочу сказать, что пациент с муковисцидозом, он ведь не каждый день приходит в медицинскую организацию. Он же не к участковому пациенту идет. И на сегодняшний день педиатру идет. Мы поставили задачу перед администрацией медицинской организации для того, чтобы они составили, как сейчас принято говорить, дорожную карту для каждого пациента. Провели анализ, и из тех 40 детей, которые у нас на сегодняшний день наблюдаются с муковисцидозом, пошагово четко понимали, что ваш ребенок нуждается сегодня в УЗИ, завтра в ФГДС, там, или как можно это минимизировать его появление в медицинской организации, вы будете об этом все оповещены. Есть ответственный сотрудник на сегодняшний день в медицинской организации, кто этим занимается. А как часто вы ходите? Вот на самом деле, если Вообще, если честно, у меня ребенок тяжелый, мы ходим вообще вот к городскому пульмонологу раз в 3 недели. Вот честно скажу, мы слушаемся, у меня ребенок тяжелый, мы часто делаем рентген ей, кровь мы сдаем часто, то есть...
Очень часто мы ходим. Но все равно принцип какой-то шаговой доступности, он же должен быть. Там есть какой-то норматив в этом плане? Наверняка. Мне хочется сказать, что это шаговая доступность к специализированной помощи не относится. Угу. Участковый, да, это территориальный принцип обслуживания. Но мы с вами понимаем, что у нас есть дети, больные с муковисцидозом, которые живут и в Угличском районе, и в Ростовском районе, ну, да, и в Брейтовском районе, да, к нам приезжали дети из других территорий. То есть вот здесь, конечно, говорить о том, что это будет шаговая доступность, нам не приходится. Все равно это пациент идет за специализированной помощью. Наша задача на сегодняшний день максимально сконцентрировать те кабинеты и тех специалистов, которые необходимы ребенку, страдающему муковисцидозом, в одном месте. Рентген, конечно, мы к вам не приблизим на сегодняшний день, вы сами понимаете, что рентген – это достаточно серьезная установка. Она требует не только помещений, но и определенных условий для своего размещения. Поэтому рентгеном пока будем пользоваться на базе другой больницы, инфекционной клинической больницы номер один. Понятно. А по поводу поликлиники все-таки момент. Сейчас я уж начал. А что с ней, да? То есть тоже распределили, куда распределили детей, если брать поликлиническое обслуживание? Ну, может быть, Кирилл. Я отвечу. Значит, мы распределили таким образом, что на Чехова 43 у нас уехали все имеющиеся участковые педиатры, то есть все участки. Это фактически, то есть если у нас детская клиническая больница номер один, здесь поликлиника номер один, обслуживала 6500 человек, и обслуживала она часть Кировского, часть Ленинского района, переехала на Чехова 43, приблизив к одним, отдалив от других. Ну, в принципе, так было и раньше. Шаговую доступность в этом плане мы сохранили. То есть это часть Кировского, часть Ленинского района. Значит, что касается специалистов, куда у нас переехали специалисты? Пульмонологическая служба, ну, как здесь уже и сказали, она у нас сосредоточена на Чайковского, 78. Аллергослужба на Добрынина, 26. Гастроэнтеролог ведет свой прием на Чехова, 43. Что касается фиброгастродуоденоскопии, детям, опять же, она будет выполнена в полном объеме. У нас есть договоренность с одним из лечебных учреждений, которые нам по договору будут оказывать эту помощь. Ну, иного варианта нет, поскольку ФГДС – это тоже достаточно сложная техника, требующая определенных условий, даже больших, наверное, чем рентген, в которой нужно соблюдать поточность, стерильность и так далее. Есть какие-то телефоны горячих линий, наверняка, куда, да, люди могут звонить? Да, я сейчас продиктую. Давайте. Я хочу сказать по нашим, да, не по департаменту, а именно нашего учреждения. Во-первых, всю информацию о наших специалистах и о работе наших специалистов можно получить по телефону колл-центра 2083-27. Он не поменял свой номер. Также мы, несмотря на то, что мы переехали, была договоренность с Яртелекомом, нас поддержал департамент информатизации, нам помогли сохранить все телефоны, которые у нас имелись. То есть по тем номерам, которые у нас есть, поликлиника номер один, это телефон регистратуры 736191, 252354, эти все телефоны работают. Сейчас я скажу телефоны служб, пульмонологической службы. Прямой телефон 305-605 на Чайковского, 88. Аллергослужба 515-929. Ну, слишком много телефонов. Может быть, есть какой-то один, но главный. Вот, может быть, в департаменте что-то подобное есть. Потому что вот я уверен, что, ну, половина тех, кто сейчас смотрит эфир, записала максимум один номер. Может, какой-то, да, один, но главный. Ну, телефон горячей линии департамента по детству, так будем говорить, он известен. 40-11-36. Туда достаточно часто обращаются наши граждане с разными вопросами. Когда телефон занят, он работает в режиме автозаписи. Я прошу не вешать сразу трубочку, а свою проблему озвучить, потому что все телефонные звонки, они прослушиваются, на них обязательно даются ответы специалистам. Работает он в круглосуточном режиме, на следующий день он прослушивается. 40-11-36. 40-11-36. Понятно. Все, что это касается телефон организации медицинской помощи детям, по этому телефону можно получить. Понятно. Но от телефона вашего к телефону нашему. Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Подскажите, пожалуйста, вот мы с ребенком лечились на дневном стационаре.
Два раза мы ездили на Чайковского. Там просто адские условия. Там коридор, в котором не развернуться двоим людям. Дети сидят с температурой, с высоченной. Возраст разный. Первый раз мы сидели 2 часа. И второй раз сидели 2,5 часа. Вот господин... как его, главврач, вообще в курсе, он там был и принимали нас на банкетах, бедные врачи, с заплаканными глазами. Вообще он там присутствовал? Не хочет он посмотреть, там, как там все в порядке, как там все благополучно? Понятен ваш крик души, спасибо за звонок. Ну, что тут можно людям человеку сказать, да, понятно? Я могу ответить, что я каждый день там присутствую, я практически каждое утро на Чайковского 78 и по другим адресам я объезжаю и смотрю, как у нас оказывается медицинская помощь. Да, ситуация трудная, да, ситуация экстренная. Дополнительных площадей у нас медицинская организация не имеет. Мы сейчас стараемся максимально те площади, которые у нас есть, оптимизировать, еще дополнительно оптимизировать, выделить дополнительные кабинеты. Если там где-то кабинет сестры-хозяйки, еще там какой-то кабинет, значит, по санитарно-эпидемиологическим нормам соответствуют для оказания медицинской помощи, значит, мы будем такие кабинеты высвобождать, и сейчас делаем в этот момент, для того, чтобы оказывать помощь максимально комфортных условиях. Естественно, что есть, ну, будем говорить так, определенные трудности, но мы их решаем. Дмитрий, присоединяйтесь к диалогу. Вот муниципалитет как-то вообще отслеживали ситуацию? Как вообще прокомментируете, может быть? Сразу хочу сказать, что, к сожалению или к счастью, это не является нашими полномочиями, так как на сегодняшний момент управление здравоохранением и функции переданы областной власти. Но это городская больница, и, естественно, в ней лечатся жители города Ярославля прежде всего. Наши избиратели, те, кто нам доверил, те, кто является нашей болью головной, те, о ком мы должны заботиться. Поэтому, естественно, и все депутаты, и муниципалитет, и наша фракция «Единой России», мы тщательно и очень пристально следим за той ситуацией, которая и сложилась. И у нас есть очень много вопросов, на которые мы не видим ответов от власти, например, исполнительной. Ну, если вы знаете, у нас на сегодняшний момент в одном из районов нашей области есть проблемы с теплоснабжением. И я вот просто представляю, как глава администрации говорит нашему губернатору спокойным голосом, как Наталья Владимировна: вы знаете, мы одного вот переселили в этот поселок, другого в этот, третьего в этот, четвертого в этот. Им всем удобно и хорошо. Ну, аварийная ситуация, согласен, но требует аварийных и экстренных решений, грамотных, а не просто людей распихать. Вот мы не видим таких решений от департамента здравоохранения на сегодняшний момент. То есть, я правильно понимаю, вы считаете, что людей распихали? Да, я считаю, что на сегодняшний момент приняты неправильные управленческие решения, которые привели к тому, хорошо, что страдают люди, которые обращаются к нам как к депутатам. Как делать по-другому? Ну, знаете, это комплексная проблема. Она, как всегда у нас в России, состоит из двух составляющих. Кто виноват и что делать? Я когда был студентом, это было больше 20 лет назад, эти трещины были. Эта ситуация не аварийная. Она возникла достаточно давно, и просто-напросто руководство больницы не информировало вышестоящей организации о том, что вот есть такая большая проблема. Ни Руслан Ринатович, ни Виктор Геннадьевич, конечно, естественно, не могут знать состояние всех больниц в городе, в области. И, естественно, для этого и служит главный врач. Но, к сожалению, главный врач данной больницы, закончив институт, буквально через 2 года стал главным врачом и не имеет надлежащего опыта руководству, собственно говоря, клиническими учреждениями, так как даже по закону, в принципе, должно быть минимум 5 лет опыта для того, чтобы руководить больницей, да, и, соответственно, не принял должных мер к тому, чтобы информировать вышестоящие органы, департамент, правительство. И все это привело к тому, что вот каком появилась эта проблема. Решить ее нужно очень просто, и решение только может быть одно. Это или комплексная межведомственная экспертиза и признание зданий, или аварийным его закрытие, да, или признание его дееспособным и там капитальный ремонт какой-то, или запуск его, да.
Или перевод всей этой больницы, которая, напомню, в городе у нас одна детская больница, перевод всей этой больницы в какое-то одно место, где в этом месте будут вести прием все специалисты. Вот. Понятно. А Наталья хотела прокомментировать, как я понимаю. Пожалуйста. Я хотела прокомментировать то, что переданы полномочия только с 2012 года, а трещина появилась, как вы говорите, еще в бытность вас студентом. Потом, поэтому и муниципалитет, и мэрия могли принимать все усилия для того, чтобы это здание поддерживать в надлежащем состоянии. Но мы сегодня не об этом говорим. Мы не распихали детей. Мы создали условия для оказания им специализированной помощи по профилю педиатрии и пульмонологии. И на сегодняшний день, наверное, к нашему большому счастью и радости, сработали главные врачи 10-й больницы и 2-й клинической больницы. Ни одной жалобы от родителей этих пациентов в настоящее время в департамент не поступало. Но мне хотелось бы сказать вот еще о чем. Вы совершенно верно говорите, что это комплексная проблема, и она должна решаться поступательно и в комплексе. На сегодняшний день экспертиза не завершена. Кирилл Сергеевич четко сказал, что проведен только визуальный осмотр и получили заключение предварительное по данным визуального осмотра. В настоящее время идут работы по экспертизе. Первый этап завершится 25 ноября. У нас будет предварительная информация. 20-го? 30-го, ну вот в этих числах 25-го у меня была информация. И 25 декабря мы ждем заключения экспертизы по возможности или невозможности эксплуатировать это здание. И в зависимости от выводов экспертизы будет принято решение о капитальном ремонте или о том, что это здание аварийное. Вот пока на сегодняшний день представляется, что это капитальный ремонт. Но я не специалист в градостроительстве и не архитектор, поэтому таких заверений я давать не могу. Но вы сами понимаете, что капитальный ремонт – это не день, и не два, и даже не месяц. И поэтому, естественно, Департамент здравоохранения принимает все усилия для того, чтобы подыскивать площади, на которые можно было бы перевести детскую клиническую больницу номер один как юридическое лицо и создать условия и для пациентов, и для медицинских работников. Понятно. Давайте подключим эту часть аудитории, большую часть... По поводу трещин. Хорошо. Сейчас как раз вот по поводу трещин я и хотел уточнить, задать вопрос Андрею Топникову. Он архитектор. Вот как вы оцениваете вот, ситуацию с трещиной и с конструктивными особенностями здания, может быть? Так сформулирую вопрос. Ситуация с трещинами озвучена достаточно правильно. То есть трещины на самом деле появились давно. Не месяц назад, а не два. Это любой может проверить даже на основании Яндекс.Карт, Google.Карт. Заходите, смотрите, трещины есть на фасаде, именно на торцевых углах здания. По поводу экстренных выселений и как бы аварийности здания тоже большой вопрос. Я тоже как эксперт провел визуальный осмотр, можно сказать, сделал визуальную экспертизу данного здания, только не полтора месяца, как это сделали до меня, а в течение 15 минут. Вот, я точно убежден, что вот данные две трещины, о которых сейчас речь идет, они не наносят угрозы зданию. Вот. Появились они достаточно давно, и это есть для этого фотофиксация. Оснований именно из-за этих трещин расселять детей из хорошего здания больницы тоже мы не видим. Поэтому мы сейчас здесь, поэтому мы создали инициативную группу, чтобы нам смогли ответить на эти вопросы. И самое главное, по поводу капитального ремонта. Он проводился и закончен был чуть больше полутора лет назад, да? Я отвечу в апреле 2016 года. Давайте, да, был проведен капитальный ремонт. Ответить. Почему-то трещины эти не были отремонтированы. Угу. И сейчас это является основной причиной закрытия здания по причине аварийности. Давайте послушаем, Кирилл Сергеевич, важный вопрос на самом деле. Да, по поводу образования трещин. Значит, я не знаю, о каких трещинах говорит сейчас господин архитектор. Да, значит, я могу сказать так. Вот в сюжете даже несколько раз показали термошов, который многие принимают за трещину, но это далеко не так. Это во-первых. Во-вторых, что касается визуального осмотра, который провели за 15 минут. Но я не знаю, что за эксперт, который за 15 минут, внешне обойдя здание, мог провести осмотр. То есть вызывает тоже определенные сомнения. Во-вторых, для того, чтобы определить, трещина ли это или дефект штукатурки, элементарно надо эту штукатурку отбить. Вот. Поэтому это я парирую двум предыдущим спикерам, которые говорят о том, что трещины были давно. Так вот, надо отличать дефект штукатурки от действительно трещины, которая сейчас имеется. А трещина сейчас, уважаемые господа, она сквозная.
Это есть разница, совершенно точно. Вот, поэтому я еще могу сказать, и я, конечно, тоже не специалист, но мы все были свидетелями провала вот здесь вот рядом с вашим зданием, когда проводился асфальт. Да, это было летом как раз. Значит, теплокамеры, которые у нас находятся рядом с нами, здесь же, вот рядом с памятником Ленина, они парили надо в течение... Надо просто объяснить телезрителям, кто не знает, что здание телекомпании находится как раз напротив первой детской больницы, и поэтому мы разговариваем об одной и той же территории примерно. Извините, вот, что перебил. Да. Значит, теплокамеры, из которых в течение всего года, зимы и лета, парил пар. Значит, более того, при осмотре шурфов, при осмотре фундамента, под одним из торцов идет тепловой лоток, из которого парит. Ну, что, опять же, говорит о том, что, возможно, какая-то была авария, которая привела к либо деформации фундамента, либо к что-то произошло с грунтом. Я, опять же, здесь не специалист. Угу. И вот образовались данные деформации, о которых мы с вами и говорим. Понятно. Андрей, ну, если сквозная трещина, это серьезнее, так скажем? Опять же, к вам как к архитектору вопрос, как к специалисту. Термошва, который называется деформационным швом, он находится в середине здания, к торцам здания не имеет отношения. Ну, вот. Его показывали несколько раз в сюжете, я просто на это обратил внимание. Показывали, да, но специалисты как раз знают, что такое деформационный шов, для чего он делается. Это прогнозируемая трещина в здании специально, чтобы убрать осадки как бы разных крыльев здания. Но вы согласитесь, вот, что все-таки безопасность детей... Безопасность детей на первом месте, я с этим спорить, естественно, не буду. Но и принятие решений по термошвам и так далее, аварийности здания, тоже как бы, ну, очень спорный вопрос. По поводу аварии на теплотрассе, а не проще было устранить эту аварию и устранить последствия. Это вопрос в данном случае не к медикам. Так, вы знаете, ее в итоге, конечно, устранили, вопрос, но кстати, достаточно продолжительное время я здесь было. Я понимаю, что главврач как раз этими вопросами тоже занимается, в том числе. Нет, она немножко вот в другом месте была. И самое-то главное, что есть, если провал теплотрассы, да, в этом месте. Вот. Есть очень элементарное мероприятие именно по ремонту кирпичных зданий. Кирпичное здание отличается от всех других зданий тем, что оно максимально ремонтопригодно. Перебирается часть стены, укрепляется фундамент, самое главное, убирается причина возникновения данной деформации. Но термин «ограниченно работоспособное здание» означает, что угрозы обрушения нет, людям угрозы никакой нет, и эксплуатировать здание можно даже без капитального ремонта при визуальном осмотре. Понятно. Дмитрий, вы тоже занимались вот вопросом здания, насколько я вот читал ваши комментарии? Да, естественно, занимался этим вопросом. Естественно, я тот шов, который идет по фасаду, те швы, которые, прошу прощения, трещины, которые идут на торцах здания, ну, отличаю. И если говорить о той трещине, что находится ближе, ну, скажем так, торца шинного завода, то да, там теплотрасса и там эскаватор, собственно говоря, все разрыл. Но есть вторая трещина, собственно говоря, которая находится с другого торца здания, в этом же месте, точно такая же, только чуть уже. И, соответственно, там нет никакой теплотрассы. Там есть небольшое крылечко под ней, но теплотрассы никакой нет. А она тогда чего произошла? Тоже от того, что возник какой-то, прошу прощения, провал в грунте или еще в чем-то? Вот готов объяснить, главврач. Соответственно, ну, я еще просто не досказал. Соответственно, у нас есть две трещины, а не одна, да, то есть есть... шов, есть две трещины, и все их видели. И эти трещины, эти швы наблюдаются не первый год, как уже говорил уважаемый наш эксперт, как, естественно, подтвердят и другие жители, которые, в принципе, приходят в это здание со своими детьми и смотрят. Еще раз скажу, в данной ситуации меня не устраивает не то, что там давайте выясним из-за чего, давайте найдем виноватого, да? Давайте его потом искать. Давайте сейчас решим, что делать с детьми. Сейчас страдают дети, страдают их родители. Когда департамент говорит нам, что нет жалоб, вот только что три жалобы прозвучало, люди не говорили спасибо, да? Люди говорили, что нам плохо. Они нам как депутатам говорят, звонят и говорят, вы знаете, примите какие-то меры, нам плохо, нам тесно, мы не можем, нам здесь мешает. И, соответственно, мы вот на сегодняшний момент, я как депутат, хочу только одного – чтобы власть нам не говорила, да, мы сделаем, да, мы... А чтобы власть сделала, да? То есть на сегодняшний момент исполнительная власть должна принимать аварийные меры.
Еще раз говорю, вот привожу пример, если кто слушал, как сегодня Дмитрий Юрьевич Миронов отчитывал главу администрации. Попробовали вы, вот сейчас вот сидел бы здесь Дмитрий Юрьевич, ему сказать, вы знаете, мы этих сюда перевели, этих сюда. Но мы вопрос, бы услышали, кстати, характерный ответ. Вопрос, кстати, находится на личном контроле губернатора, да? Да. Это очень важно. Состоялось совещание, рабочее совещание, протокольное совещание. По данным вопросам разработан план мероприятий, он выполняется в срок. Давайте мы сейчас на рекламу прервемся, потому что пришло у нас время небольшой паузы. И по окончании как раз поговорим и о сроках, и, собственно, вот о том, о чем начали говорить, о личном контроле губернатора, тоже эту тему затронем. И, безусловно, дадим еще высказаться инициативной группе, потому что эта часть наших приглашенных пока молчит и наверняка переживает, что им не дают слова. Так что давайте сейчас на Первом Ярославском рекламу, а потом будем продолжать ток-шоу «Лабиринт». Итак, продолжаем мы ток-шоу «Лабиринт», продолжаем обсуждать судьбу первой детской больницы в Ярославле. И, безусловно, хотелось бы поговорить с представителями инициативной группы. Это, можно сказать, и бывшие пациенты к вам относятся, и, соответственно, наверняка родители пациентов нынешних. Екатерина, расскажите, то есть как вообще возникла идея эту инициативную группу создать? Сколько людей, собственно, входит? Я знаю, что у вас есть специальная страничка в социальных сетях. Пожалуйста, расскажите. Да, группу создали мы, конечно, позже, после закрытия больницы. Это было связано с тем, что я долго обдумывала данную ситуацию, то есть, ну, как это все могло произойти, общалась с людьми также, вот, и 3 ноября, как бы, я пообщалась тоже с одним человеком, и у меня прям переполнились вот чувства, то, что такого не должно быть, да, то, что дети с муковисцидозом остались без помощи, без медицинской, и я решила создать группу. То есть сперва я решила просто собирать подписи. Вот, я создала группу, и мы начали активно рекламировать по контакту, собирать людей. После собрались такие люди активные, то, что мы решили писать письма, разные обращения, чем мы сейчас занимаемся. И на сегодняшний день я также анализировала вот трещину, да. Я вам вчера говорила то, что на самом деле, как сказал Андрей, да, эта трещина давно. Ее видно на Google, Яндекс.Картах, вот прям даже если не специалист, ее вот легко увидеть. Хорошо, я так вопрос поставлю, но вы визуально оцениваете ситуацию, но вы, скажем, будете доверять тому экспертному мнению, которое вот появится, как озвучила Наталья Владимировна, там, 25 там, декабря, у вас будет доверие вот тому, что будет? Этому экспертному мнению? Ну да, мы поверим. И у меня вот тоже вопрос. Главный врач писал, что вот с августа по октябрь, да, проводилась экспертиза. Почему тогда не было заранее вот это спланировано все? И люди были вынуждены в экстренной ситуации выселяться из больницы. Если экспертиза пришла, ну, результаты были ясны раньше, то почему нельзя было это все подготовить? Еще раз отвечу на этот вопрос. 23 октября мы получили результаты экспертизы, результаты визуального осмотра, причем не только результаты, но еще рекомендации по капитальному ремонту. Это то, о чем говорил Андрей. Да, то есть мы реально понимали по результатам визуального осмотра о том, что у нас здание находится в ограниченно работоспособном состоянии. Это подтвердили эксперты. Это архитектор Фатиев. Я думаю, что многие в области его знают. Он занимался зданиями по железнодорожной, зданием по Ленина 20. То есть не доверять этому эксперту и говорить о том, что он слукавил где-то, это не представляется возможным. Я тоже объясню, может быть, телезрители не до конца поймут. То есть 6-я железнодорожная – это, собственно, то обрушение, связанное со взрывом газа, которое было. И проспект Ленина 20 – это дом, который также был обрушение в подъезде, по-моему, в 2011 году, если мне память не изменяет. Можно я вот Анне вопрос задам? Я знаю, что у вас своя история, вы тоже бывший пациент первой детской больницы. Если вот можно, расскажите ее. Я знаю, что у вас есть опасения за, скажем так, судьбу медиков, медицинского персонала больницы. Здравствуйте. Да, действительно, я страдаю бронхиальной астмой уже с 2 лет, то есть порядка 25 лет суммарно. Вот, и буквально вот все эти 25, ну,
по крайней мере, до своего совершеннолетия я каждый год лежала в детской клинической больнице, причем неоднократно зачастую. И действительно, почему-то сейчас затрагиваются проблемы самого здания, детей. Я понимаю, что это проблема важная, но почему у нас как-то не особо задумываются о судьбах медиков? Эти люди переживали за свое дело, они вкладывали туда огромные моральные силы. Они добивались хоть чего-то, что могло бы помочь нам, их пациентам. Они утешали нас в тяжелые моменты, они старались нас вылечить всеми силами, возможными и невозможными. В итоге их просто всего лишили. Их просто сломали. Они сейчас пребывают просто в полном шоке. Они расстроены, деморализованы. И при этом еще должны лечить людей. Но очень жестко говорите. Что значит деморализованы? Может, попросим прокомментировать департамент или главного врача? То есть... В департаменте была встреча с коллективом стационара детской клинической больницы номер один. Она была практически месяц назад, тот момент, когда были такие основные события, когда решался вопрос о переводе отделений, о трудоустройстве наших врачей. Но мне хочется сказать, что, во всяком случае, мы не увидели деморализации. Наоборот, мы, в общем-то, благодарим медицинское сообщество и, прежде всего, работников детской клинической больницы номер один, что они, в общем, достаточно адекватно, правильно среагировали на это. Никто не покинул своего рабочего места, и на сегодняшний день пульмонологи работают в пульмонологическом отделении, оказывают помощь детям больным или пневмонией, или бронхиальной астмой. Педиатры работают в педиатрическом отделении, аллергологи работают и ставят пробы по своему профилю аллергологическому. То есть вот здесь этих моментов у нас нет. У нас простой не находится на сегодняшний день. Два? Семь человек, кухонных, рабочих и поваров. Ну, соответственно, потому лишь, что мы, у нас пищеблока нигде нет, и круглосуточная помощь все остальные, не оказывается. Ну, все остальные считаете, медицинские работники, вот, они работают, они непонятно. Трудятся, они оказывают медицинскую помощь пациентам города Ярославля и области. Значит, конечно, когда произошла эта ситуация, и мне самому было очень больно. Потому что я думаю, что вот здесь присутствующие не дадут соврать. На протяжении там, последних лет мы проводили и текущие капитальные ремонты, и в том числе в пульмонологическом отделении, в аллергологическом отделении. Это к вопросу о том, что и капитальные ремонты, да, действительно, те деньги, которые выделялись, были направлены на, в первую очередь, улучшение качество пребывания детей, находящихся в круглосуточном стационаре. Даже поликлиники, мы все поликлиники делали, так сказать, по остаточному принципу. И те деньги, которые были затрачены на ремонт по так называемым рамках бережливой поликлиники, выполнены за счет средств внебюджетных, то есть за счет средств предпринимателей, которые нам помогли. А в первую очередь выделялись на круглосуточный стационар. Значит, по поводу людей и по поводу нашего медицинского персонала. Когда они услышали эту информацию, и когда они узнали, что вот здание сейчас будет, так сказать, находиться в таком, можно сказать, законсервированном, да, состоянии, естественно, что у многих были слезы. И многие были и подавлены, это нечего скрывать, это действительно было так. Мы несколько раз встречались, один раз в департаменте. Я еженедельно, ну, буквально через день мы видимся с нашим медицинским персоналом, я с ними встречаюсь, мы выговариваемся по тем трудностям, которые имеются в других лечебных учреждениях. Да, они попали в новые ситуации, но главное, врачи надо отдать должное. Я хочу сказать большое спасибо Сергею Равильевичу Давлетову, я хочу сказать большое спасибо Винковой Елене Анатольевне, Шошину Андрею Алексеевичу за то, что они отозвались и помогают. И если есть какие-то проблемы с медицинским персоналом или у наших пациентов возникают какие-то проблемы, они всегда идут навстречу, изыскивают дополнительные, в том числе и финансовые возможности. Да. Вы все-таки мне немножко не дали досказаться. Вот. Наверное, перед вышестоящим руководством любой из вас предстает в более серьезном и деловом виде. Перед более такими простыми людьми, пациентами, может быть, бывшими пациентами, иногда люди могут проявить свою слабость. Поэтому, возможно, мы видим немножко больше, чем все-таки вы.
То есть Екатерина, например, была на визитах у наших врачей, с которыми мы непосредственно поддерживаем связь до сих пор, несмотря на то, что уже давно не являемся их пациентами как таковыми. И действительно, она может подтвердить, что врачи находятся далеко не в самом лучшем, так сказать, моральном состоянии. Ну, в общем-то, признает это главврач, да. Что да, ситуация в данном случае тоже экстраординарная, в том числе и для них. А как по-другому, то есть, Анна, ну вот в этой ситуации как по-другому быть? Вот вы видите по-другому ситуацию, то есть что, на ваш взгляд, нужно сделать сейчас для этих врачей? Я бы хотела, наоборот, задать такой вопрос. А как можно позаботиться о врачах? Ну, работаем далее. И вопрос, вернется ли больница, это вот сейчас самый важный вопрос, и мы как раз к этой теме сейчас и перейдем. Давайте мы для начала сейчас послушаем, ну, собственно, о чем мы уже начали говорить, то, что 8 ноября прошло заседание областного правительства, где этот вопрос поднимался. В общем-то, речь идет о выделении средств из резервного фонда президента России. Сейчас данная заявка туда уже направлена, и давайте послушаем вот фрагмент обсуждения этой темы на правительстве, где речь шла как раз о подаче данной заявки, то есть что для этого сейчас делается. Давайте слушайте. Необходимо начинать работу по подготовке документов для направления заявки о выделении средств резервного фонда президента Российской Федерации на капитальный ремонт здания. Безусловно, отправной точкой будет являться получение официального заключения по итогам экспертизы состояния объекта. Однако надо быть готовым к максимально оперативным действиям по регулированию сложившейся ситуации с детским лечебным учреждением областного центра. До конца года у нас осталось очень мало времени, поэтому вот эти вопросы, которые вы говорили, о размещении заявок необходимо в кратчайшие сроки, кажется, ускорить. Да, Дмитрий Юрьевич, я уже сообщила о том, что у нас есть 10 дней, планы графики вывешены. За это время мы всю документацию еще раз отработаем, все замечания устраним для того, чтобы в первый же день была возможность разместить документацию на госзакупки.ру. Называлась и сумма 80-100 миллионов рублей в ходе того заседания правительства. А все-таки по срокам рассмотрения заявки есть вообще понимание сейчас? То есть вот как будет развиваться ситуация? Я не могу пока прокомментировать ситуацию с заявкой на капитальный ремонт, потому что еще раз хочу сказать, что нет официального заключения, оно будет только 25 декабря, но работа по этому направлению, она, безусловно, ведется, и ведется в те графики, которые определены. Но мне хотелось бы вернуться к президентскому фонду, если позволите. На сегодняшний день это достаточно серьезный тарифный, такой действенный механизм вливания финансовых средств и на территории Ярославской области в систему здравоохранения на сегодняшний день приходят достаточно серьезные средства, в том числе и на капитальные ремонты медицинских организаций, прежде всего первичного звена здравоохранения, и на приобретение оборудования. На капитальные ремонты планируется 26,5 миллионов, и на приобретение оборудования более 90 миллионов. То есть это серьезные средства в помощь медицинским организациям и областному здравоохранению для оказания медицинской помощи жителям Ярославской области. Поэтому я думаю, что здесь тоже будут решены вопросы в пользу достаточно быстрых выделений средств из резервного фонда. Еще раз говорю, если заключение будет позволять проводить капитальный ремонт. Вот все-таки, да, 25 декабря как некий срок такой. Да. То есть варианты дальше. Давайте их еще четко проговорим для телезрителей. Я понимаю, да, вот вашу улыбку, да, сейчас. Но все же, то есть вариант один, я так понимаю, это капитальный ремонт здания на средства из резервного фонда. Я сейчас говорю, да, специально, чтобы как бы, ну, набрасываю эти самые варианты, да, не будучи в данном случае не специалистом департамента, не пациентом больницы, а ведущим этого ток-шоу. Значит, капитальный ремонт здания. Значит, второй вариант, вот как я понял из момента обсуждения, это все-таки поиск отдельного здания, где будут вновь собраны и оборудование, и специалисты первой детской больницы. И вариант, скажем так, сохранения нынешней ситуации, когда вот это вот перераспределение на еще какой-то отрезок времени сохранится. Нет, Андрей, поиск здания, он ведется уже сейчас. Потому что я уже говорила, что даже если будет принято решение о капитальном ремонте, если заключение позволит начать эту работу, мы понимаем, что это временной промежуток. И в том состоянии, в котором сейчас находится медицинская организация, оно все-таки, опять я говорю, это экстренные меры, это меры экстренного реагирования. И нам надо сейчас просто
Мы из комнаты в комнату переезжаем во время ремонта, и то это серьезно, да. Здесь шла речь о расселении, так скажем, больницы, целого корпуса, 6 тысяч квадратов. И я думаю, что в течение ближайшего времени все равно решится вопрос о дополнительных площадях для функционирования детско-клинической больницы номер 1. То есть вот это очень важно, я и для телезрителей хочу это сказать, донести, что и до вас, собственно. Юридическое лицо, государственное учреждение здравоохранения Ярославской области, детская клиническая больница номер 1, функционирует. Речь о ее ликвидации на сегодняшний день не идет. Все структурные подразделения, которые есть, они не сохранены. Коечный фонд в полном объеме сохранен. Штатное расписание полностью сохранено. Объемы медицинской помощи на 2018 год утверждены в объеме 2017. Ну, я неправильно сказала, что утверждены в проекте. Поэтому мы давайте все вместе будем надеяться на то, что общими усилиями мы не только сохраним больницу, но и дадим возможность ей дальше развиваться. Хотел Дмитрий еще добавить. Давно. Да, у меня вот есть два добавления. Ну, начну я вот с видеосюжета, который я смотрел в прямой трансляции. И, собственно говоря, обратил внимание на то, что Дмитрию Юрьевичу был конкретный назван срок. Проблема будет решена в течение 10 дней. Он просил ускориться. Именно по заявке. По заявке. На сегодняшний день мы узнаем, что проблема будет решена по заявке только после того, как придет ответ. Нет, я так не сказала. Нет, вы немножко не поняли. Да. Я так понял. Нет. То есть вы заявку уже подали? Или нет? Это не совсем ко мне вопрос. Можно я отвечу на этот вопрос? Да, пожалуйста. Во-первых, я по срокам скорректирую. Вот присутствующий здесь специалист, архитектор, не даст мне соврать, что мониторинг проводится на протяжении минимум 3 месяца. Так? Ну, по методике. Методика, да. Да. Нет, подождите, это результаты визуального осмотра. У нас есть сейчас идет инструментальный контроль. Установлены 35 марок по фундаменту, отобраны пробы грунтов, отобраны пробы фундамента. Идет исследование в лабораториях, установлены струнные маячки на имеющихся трещинах. Первое заключение мы будем иметь, по срокам я просто еще раз, первое заключение мы будем иметь 30 ноября. Но 30 ноября это та дата, когда результаты заключения укладываются в рамки погрешности производимой методики. То есть второе, более-менее понятное, четкое, это будет 30 декабря, да, ну там плюс-минус несколько дней. И окончательное заключение, когда мы четко будем понимать и рекомендации, и что нам делать с зданием, да, насколько оно ремонтно пригодно, будем иметь 30 января. Соответственно, сейчас параллельно к исследованию подключилась проектная организация, которая готовит проектно-сметную документацию по выявленным визуальному осмотру, да, то, что у нас там есть рекомендации по усилению несущей способности кровли. И если будет выявлена проблема и заделки трещин, и если будут выявлены проблемы с фундаментом, значит, будут дополнительные проектно-сметные документации. Буквально 20 секунд еще у вас. Ну, как я понял, заявки так и нет, хотя обещали ее в 10 дней. Второе, у нас молодой вот коллега-общественник задал вопрос, на который так и не ответили. Трещина была выявлена все-таки не в октябре, она была выявлена в августе. Но мы уже и за ней никто не мониторил. Мы идем по кругу. Экстренная ситуация, случае, собственно говоря, создалась в августе. Ее уже к этому времени можно было решить. В этом плане, опять же, по сроку, по 23 октября, когда, собственно, результат тогда был, тогда было принято решение эвакуации. Правда, ну, идем мы про то и говорим, что это является... Да. Что? Я хотела бы просто пояснить о том, что я просто неполномочна, у меня нет информации о судьбе заявки. Это не совсем мой раздел работы. Вот насколько я все-таки понимаю. Чуть позже. Но я хочу сказать, что на подготовку проектно-сметной документации в случае капитального ремонта передвижки финансовых средств в сторону детской клинической больницы номер 1 уже произведены. Поэтому как только будет заключение, они могут быстро вот видите, приступать это к работе. Это очень важная еще раз информация. Еще раз повторим, самое главное, что мы вынесли из сегодняшнего эфира, то, что первая детская клиническая больница, она будет существовать как именно первая детская клиническая больница и будет проведен в любом случае ремонт в следующем году, да, и вопрос здания, он тоже будет решен. Я думаю, что это важная информация и для вашей инициативной группы, и для всех тех, кто смотрел наш сегодняшний эфир. Это было ток-шоу «Лабиринт» на Первом Ярославском. Смотрите нас по средам в 20 часов. До свидания.